меня основного ВРВ было что-то 32, по-моему, килла. Там что-то 26 или 7 танковых и 4 или 5 самолетов я сейчас сбил. И это все было на немцах. Или нет, или на советах. Ну, на 5,7, короче. Пять и семь. Самый интересный, самый результативный. БР. Со всех сторон. А сейчас можно стрельнуть чуваку в щеку и попасть ему в эту маску. И сдохнуть. Что с лицом? Не стал рисковать, мало, куда бы опять снаряд делся. А заметьте, еще сейчас ствол не выбивается в черный, он становится красный. А это полторы секунды ремонта, между прочим. Насах. А на точке это 4 секунды. Вот и думайте. Вот и считайте. Ну давай, без вот этого. Нормально, пусть его там якорь развлекает. А что это у нас тут такое? Бля, какой. Тут я плохо выстрел, согласен. Так, сучусь у них на мини-карте, могу получить слева в ухо. Плохо появился штук. Хотя, может и неплохо. Я не вижу, перестаньте бомбить. Надо выйти из зоны засвета сейчас. Вот, сейчас такая более-менее нормальная ситуация, мне нравится. Такое прям спокойное стояло. Главное, чтобы меня самолет не пропустил. А что здесь чуваки рисаются и играют в большое количество тех? Как его убить? Thank you.
убить кого один? Еще один. Так, ладно, это бесперспективняк полный. Пожилая перестрелка такая, она не нужна. Можно залезть наверх и сверху вниз ему дать, если он подъедет прямо в ВЛД. Правый респаун доить надо. А тут проблемы возникли. Может быть, и не было никаких этих ваших проблем. Надо дать расплодиться им на респауне. Пускай они там 14-ку армату задушат. Я пойду пока убью челана А. Все равно мало. Ничего себе. Молодец, тиммейт, мне нравится, спасибо. Спасибо, ты самый лучший дебил на планете. Куда он кидал эти бомбы? Скажите мне. Он все суицидом это сделал. Или не суицидом, он их бросил без задержки, его убило пилота. Вот что полетел дальше. Ну, пятнаха, ну там все равно там больше двадцатки бы не было никак. Они очень пососали на Б в начале. Они на Б поехали, сдохли очень много их было там.